Смотрите, сколько цветов, а скоро у нас будут цветы Шымкент-гюль. Шымкентские селекционеры обещают порадовать цветами новой формы. Новинка будет названа в честь города. Обещают, цветы шымкентские придутся по нраву жителям. Они не капризны, красивы и отличаются долгим цветением. В третий день празднования Наурыза Жайлау-кун в День природы в Шымкенте устроили весеннюю ярмарку саженцев и плодовых, хвойных, лиственных деревьев и цветов. Цены приемлемые. Можно не только купить посадочный материал, но и получить консультацию флористов. Эти розы бордюрные, они неприхотливые, прекрасно подходят для ландшафтного озеленения. Возле дорожек и клумб все цветы многолетние, морозостойкие. Ассортимент на ярмарке разнообразный. Тутовник, арагач, платаны, плодовые деревья адаптированы к южному климату. Слива от 5000 тенге, а вот саженцы чинары тоже от 5000. Туи продаем, цены разные, все зависит от высоты. 15000 стоит карагач, это голубая ель, ель обыкновенная, цены не выше 40000 тенге. Несмотря на моросящий дождь, в воздухе чувствуется весна. Настроение День природы создают местные исполнители. Это фестиваль обновления, можно сказать, и это даже приятно, можно сказать. Этноул Шымкента разделили на несколько зон. Танцуют девушки в образе нежных тюльпанов, а молодые люди дарят живые цветы. Очень приятно, по-весеннему, здесь красиво и празднично. Мы не пожалели, что пришли. Всех с праздником! Образ жизни казахского народа был связан с природой. Люди, считая себя частью природы, хранили ее богатство. Такие традиции передавались из поколения в поколение. Природа требует обновления, нового дыхания. Наурыз в Шымкенте продолжается 16 марта Шижре-куна – День памяти предков и благословений.